Сбербанк – это гарантия прозрачности. Любой клиент, будь то юридическое или физическое лицо, всегда может проследить движение денежных средств. В условиях непростых отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, когда буквально на ровном месте могут возникнуть долги, банк предлагает свои механизмы работы. Например, пользуясь его системой, можно увидеть сводный реестр по платежам за день, а также сумму, которая перечисляется на расчетный счет. Нам необходимо объединиться для соблюдения тех правил и норм, которые предусмотрены законодательством. Второе – это переход в более технологичную сферу для того, чтобы безналичные платежи были более удобны. Многие управляющие компании уже оценили преимущество работы со Сбербанком, являясь одним из крупнейших операторов на рынке приема платежей. Он всегда на связи с ключевыми игроками. Все расчеты ведем через Сбербанк и почту, конечно же. Условия для нас приятные были от Сбербанка, что комиссионный сбор упадет у нас, меньше будет процентная ставка. У нас все население, много офисов у Сбербанка, по Новочебоксарску у нас, можно сказать, на каждом шагу доступной, шаговой доступности получается. Плюс зарплата у нас, проект у вас, комиссия, как сказал уже, меньше. Представители прокуратуры и налоговой службы тоже сказали свое слово. В основном управляющие компании совершают одни и те же ошибки, которые влекут за собой серьезные нарушения. Их можно избежать, если следовать рекомендациям, которые дают банкиры. Сейчас, к примеру, специалисты разрабатывают схему прямого расщепления коммунальных платежей. Благодаря ей нам не надо будет гадать, за что с нас взяли деньги управляющие компании. Со дня создания нашей управляющей компании мы открыли расчетный счет для поступления денежных денег для оборота именно в Сбербанке. Чем он нам нравится, этот Сбербанк? Оперативность, отзывчивость. Знаете, Сбербанк, какие-то новшества у них вводятся, и тут же они нас собирают. Нас знакомят с этой информацией. Естественно, приемлемые их предложения мы принимаем. Кроме того, в Сбербанке сейчас стартовала акция «Время подарков». Чтобы стать участником акции, нужно заплатить за коммунальные услуги любым удобным способом минимум по двум квитанциям и получить купоны. Они дают право на скидки у партнеров банка.